FM. Мой сегодняшний гость Семен Теодорович Альтов. Ты знаешь, сейчас я не забываю все время спросить у тебя, ты что, заслуженный или народный, или кто-нибудь? Или тебе еще не... Нет, у меня что-то есть. Подожди, кто же я? Заслуженный деятель искусства, да? Есть такое? Значит, я могу тогда тебе просто сказать, что заслуженный... У нас сегодня в гостях заслуженный деятель искусства Российской Федерации Семен Теодорович Альтов. Да, и каждый раз обращаясь ко мне, будь добр, все то, что ты сейчас сказал, мне приятно. Пустячок, но приятно. Да. И что интересно, ты знаешь, Сеня, я вот гуляя по твоей биографии, вдруг узнал, что ты во время войны родился в эвакуации. Это было в Свердловске. Причем 17 января. Год говорит? Говорит, что нам скрывать? Ну, тогда в 45-м тогда году. Не... А я забил. Бу-бу-бу-бу-бу. Что интересно, что с сосками в войну было плохо. Говорят, с упоением сосал хвост селедки. Да, потому что ничего. Я даже семья была, и мама эвакуирована из Питера, там... Не знаю, что были за жилищные условия. Кроваток не было, был таз. Я вот в нем как бы не только ночевал, но и дневал, сосок не было. Хвост селедка, они говорят, я сосал и был счастлив. Вот с тех пор... Оторвать тебя от селедки нельзя. От селедки нельзя, да. У него было трудное детство. Сирота. Мальчишки выбили ему молочные зубы, потом постоянные. Отсюда дефект речи. Стиснув оставшиеся зубы, он записывал книжечку «Кто обидел? Когда? Чем?». Зато у парня сформировался характер. Решил стать космонавтом. С 9-й попытки попал в отряд, 6 лет учился, 20 раз был дублером и, наконец, в результате чьей-то халатности был послан в космос. Под Новый год в прямом эфире космонавта поблагодарил за работу зампрезидент. Земля дала минуту, чтобы космонавт поздравил россиян с Новым годом прямо из космоса. Этой минуты он ждал всю жизнь. Достал потрепанную записную книжечку. И за своим дефектом речи из космоса послал обидчика в алфавитном порядке. Попутно высказал все, что думает о внутренней и внешней политике, ценах. Страна прильнула к экранам. Такого рейтинга никогда не было. Тут же отключили звук, осталось изображение. Но по губам каждый читал свое. Восхищаясь смелостью космонавта. Свобода слова – это наличие изображения при отсутствии звука. Срочно запустили в космос корабль с экипажем в штатском. Но космонавт люки задраил, никого не впустил. До сих пор кружит вокруг Земли, режет правду матку на всю галактику. Если на экране телевизора возникли помехи, знаете, это вас послали из космоса. Мне вот запомнилась еще одна такая глава номер 3, которая называется «Половое созревание». Причем учти, созревание. Что... Половое созревание. Прости, я тебя перебиваю, ты как это слово волшебное назвал. Я вспомню, кто-то мне здесь напоминал. Это было, как я первый раз в жизни смотрел порнофильм. Мне было 40 лет. У Гены Хазанова, замечательного уже покойного Аркадия Хайт, вот принесли вот эту порнокассету. Это сейчас новорожденный знает, на что нажать, ну, чтобы найти. В 40 лет мы ни разу не видели. Это нам казалось, что можно посмотреть и, в общем, умереть. Все, жизнь. И вот дрожащими руками что-то мы это втискивали в этот видео, и что-то там заело, и он перестал показывать. И мы дрожащими руками тянули вот эту узенькую ленту, пытаясь рассмотреть, что же там происходит. И нас возбуждало не столько изображение, сколько сама попытка увидеть. Это был такой порно-сеанс, буквально в смысле этого слова. Самое сильное впечатление – первая поездка – Польша. Она мне как по кадру вся осталась в памяти. Первый выезд за границу. И там Александр Анатольевич Ширвин дал мне телефон директора, по-моему, еврейского театра. Он говорит, он вам покажет Варшаву. Чудный дядька с удовольствием с нами ходил, разговаривал. Говорит, мальчики, ну что, говорит, хотите посмотреть стриптиз? Ну, все равно же спросить собаку, колбаски хочешь? Мы сглотнули, ну что он по... Говорит, все, завтра. Мы не спали... Ну, вот Советский Союз, ну поймите, сейчас это...
Пришли, вот это торт. Здание в центре Варшавы, такого советского типа. Там был такой ресторан, где действительно был стриптиз. Мы сели, у нас все было. Стол, что там, неважно. Первая девочка, она что-то сняла, туфельки ушла. Вторая там сняла что-то, платьице осталось в лифчике. И друзья. И мы поняли по барабанной дроби, что вот сейчас... То, ради чего мы приехали за границу, должно произойти. И в это время того, что мы были зажаты, кто-то... уронил вилку со стола и зажатость и воспитанность одна, и мы все трое рванули под стол, чтобы поднять эту вилку. Когда мы вынырнули, она уже одела халатик и ушла. Вот тогда у нас появились первые седые волосы. Знаешь, почему иногда улыбаюсь? Мне у меня же как-то, ну, и голос, и физиономия достаточно мрачная, как ты за долгие годы понял. И я все время старался, как бы люди привыкли. Они говорят, смотри, вот он читает такое смешное, а сам не смеется. Хотя мне казалось, что если бы было наоборот, то есть я читаю, хохочу, а они сидят с такими лицами, как у меня, в зале, это было бы хуже. Но я всегда как бы физиономию держал, но иногда пару раз я начинал колоться, как говорят, и очень переживал. Сказал Жванецкий, говорит, ты чудак, когда на этом надгробии, он имел в виду мое лицо, появляется улыбка, это такой гэг, это такая неожиданность. Не отказывай себе в этом. И сейчас я к чему сказал, что у меня очень плохая память. Иногда я улыбаюсь от того, что я полностью забыл то, что я читаю. И я слышу, как первый раз. Смешно. Все хиты юмора на Юмор-ФМ. Включи настоящий праздник.